И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет дуэличка такая вот с Басом, поздоровайся. Всем здорово, ну, братва. Решили мы такую записать небольшую, можно так сказать, дуэльку в виде пенальти. Попробуем сыграть один раундик, долго мы затягивать этот ролик не будем. Если вам понравится такая вся движуха, то, возможно, таки мы будем записывать такого плана ролики намного-таки чаще. Если вам нравится, давайте наберем, ну, 100 лайкосов, я думаю, что это не такая большая цифра. Набирается соточка, делаем сразу новый ролик подобного рода. Можно что-то в этом духе именно-таки замутить. Что хотелось, наверное-таки, сказать перед началом всей этой жесткой нагибаторской каточки. Играть мы, конечно же, будем сегодня на Легасе. И также мы запустили совместный конкурс уже второй раз. К слову, ссылочку на него я оставлю в описании. Сейчас, я думаю, по ходу данной именно-таки дуэльки мы по этим вопросам вообще пройдемся, поговорим и расскажем что-нибудь именно-таки интересное, что можно вообще выиграть в этом супер-нагибаторском конкурсе. Давай, гоу, перезаход и поехали. Давай. Ну, чё, ты готов? Я готов? Ну, давай, поставим миночки, короче. Мы играем такую вот... Честно, я пенки играл, наверное, ну, может, года три назад где-то так. Играем, короче, ребяточки, такие вот пенки. Один раунд, не будем делать много, если вам зайдет эти пенальти. Давно я вообще такого плана ролики не делал. Можно сказать, даже я на свой канал такого не делал, да? Не знаю, что из этого получится. Если зайдет, то мы сможем сделать вообще полноценные пенальти в виде там 2-3 раундов, там выявить победителя. Ну а сегодня играем такой один раундик. 11 минут у нас было. 1 минута на поставку мин. И с 10:00 мы уже начнем именно-таки катать. Так, Бас, давай. Я как понял, тут, короче, можно успеть только 2 мины, точнее, ну да, поставить, ну да. И все, да? Давай расскажи, что у нас там по конкурсу, что можно выиграть. Что можно выиграть? Можно выиграть боевой пропуск. Собственно говоря, итоги будут 25 числа, поэтому вы успеете еще все это дело. Мы, кстати, запишем видосик с итогами, как вы будете там боевой пропуск покупать. Все дело. Ну, как покупать? Типа, это же будет через магазин поехали, все это поехали, дело ты что стоишь? И получается... Ну... А вообще уже гоу, серьезно? Ты что стоишь, втыкаешь? Я говорил... Я катаюсь, знаешь, мины типа ставлю, а уже... Ну нормально, на 1-0 мины поставил свои, неплохо будет. Мне нравится расклад такой. Не, ну ты только сильно не нагибай, ты все же там во второй линии играешь. Если меня тут разнесешь в ноль, не, не надо, спасибо. Я не голоден. В общем, ребятки, можно будет выиграть боевые пропуски, контейнеры, как всегда, стабильные, нагибаторские, плюс там модерки, добавление в друзья, если не ошибаюсь, там 5 или 6, да, призовых мест, Бас? Да, 5 мест. Добавление в друзья на наши аккаунты, потом модерки на наши аккаунты, 15 контейнеров за второе место, ну за первое получается пропуск, за второе место 15 контейнеров, и за второе место у нас что там, 5 контейнеров. Ну я сделал так, я изначально думал, типа на 3 места разделить, но потом так получилось, что там 6 призовых мест, и я думаю, да нафиг. Пусть будет 5, и, типа 15 и 5, ну короче, нормально. Я думаю, нормально. В принципе, неплохо. Тем более, можем записать видосик с тем, кто, допустим, выиграет те же там 15 контейнеров, открытие контейнеров на видосике. Ну, это по твоей части, ты там любишь такие ролики делать, ты, ну, я да. Думаю, в этом плане сделаешь изи каточка! Бас-цикл так, по красоте. Все же Бас-то играет сейчас в моте, там нагибает, говорят, во второй лиге. Да ну нафиг. Я-то не играю, у него в этом плане опыта-то побольше, я-то чё. Я тут. Да, чемпион катается против меня. У него топ-то побольше. Не, ну а чё, я же не хворельщик, я же хворельщик вообще играть не умею. Так я уже знаешь, сколько это. Да, не играешь, а мод кто играет? Я как канал создал, серьезно, не играю, серьезно. Вот я играл, знаешь, когда? Когда рельсу этот Legacy получил, покатал пару каток и все. И с тобой там полигон, помню, скатал. Ну ладно, отмазался, можно так сказать. Так что я хорошо. Я раньше задротил, честно скажу, я и дуэли играл много, и пески там играл. Сейчас я не катаю. Собьешь. Ну это провал, ну это эпик фейл просто. Сколько мин сейчас сгорит, ну жесть, ну я столько мин наставил, зачем? Почему? Ты же уже умирал сегодня один раз. А ты еще не умер? Ах ты ж зараза. Да, я ни разу еще не умер, у меня тут мин, короче. Ну красавец. Нормально, да? Ну ладно. Давай попробуем. Попал, удачи в следующем, как говорится. Ай. Ну я так аптечку как-то. Нормально, кулдаун-то тебя настигнет, не волнуйся. Ты главное не волнуйся. Да, а, я еще и в 25-ке играю, ты в 35. Ну ладно. Ну форму тебе дадим, не волнуйся. Лол, а, ты без МПК создал? Не волнуйся.
И еще без... Я понял тебя. Окей. Я тебе фору не... Ты же сказал, типа, по 50 будем играть, а вот... Ну сейчас будет фиаско. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, прикинь, ну вы понимаете, просто чемпион фору дает в виде резиста, я на 25 играю, на 35, ну... Так надеюсь, значит, респа надеюсь. Я же человек простой. Если играть, то играть честно, как бы. В этом плане я переодеваться уже точно не буду. Я бы сейчас переоделся, но, к сожалению, у меня такого резиста нет. Пофиг. Ничего страшного. Ты главное не стой, ты главное едь на меня там, я тебе сейчас быстренько ресточку красивую выпишу. Я не буду стоять, тем более в таких играх это тем более нет. Давай, давай, давай. Ну сейчас ты попал бы, если бы то было вообще фиаско. Нет, нет. Да блин, у меня ДДшка на КД, но это провал. Оп. Ну ладно, хорошо. Минус оверка. Овер. Ай-яй-яй-яй, погоди, погоди, как говорится. Карусель, карусель. Оу май гад. Тот присел. Тихо, 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 тихо. Ну я как бы это... Опачки! Красивая рельса, не? О, зачем ты сейчас промазал? Это просто ошибка и косяк. Ну я же чемпион просто. Я же не умею стрелять. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. У тебя еще и нарко, откуда? Так, там есть минка, да? Стоп, 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 стоп. Да, там же есть минка, точно. Стоп, 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 стоп. Оп, нет, 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 молодой человек. Нет, молодой человек. Нет, молодой человек, нет! Боже ты мой, фейл, фейл на банке! Я почему-то ванговал, что ты сейчас это немножечко поспешишь. Вот прям ванговал. Я ж человек простой. Так, блин, ну сейчас у меня мин нету, сейчас фиаско будет, мне кажется. Мне нужна аптечка! Ты знаешь то, что она сейчас летит на меня, и ты должен сделать так, чтобы я ее не забрал. Что? А я ее заберу. Это как работает? Объясните мне, молодой человек. Я не знаю, успел. Не-не, это читы, бас. Это читы, читы. Ай, попасть бы надо было. Ну ладно. Ух ты! Батя в здании, я прям на хоре рельсе как будто живу. С такой-то игрой. Изи просто, чисто хоре рельщик. У меня сейчас просто КД, я не знаю, что делать. Аптечки собираю, нормально будет. Хотя я знаю. Я даже знаю, что делать. Я очень даже знаю, что мне делать. Чё? Хотя как нет, я не сбил ладно. Читак на басе, просто читер. Записал бы видос? Да, да, я уверен, на твоем видосе сейчас будет... Нормально, читак, читак, читак. Так что реально как будто на читак. Как бы читак, это как бы я знаю, это... Мина, конечно, неудачно особо поставлена. Еще тут две их уже? Ну так некрасиво. Блин, ну мне так не нравится. Мне так не нравится. Ай... Блин, тихо. Что-то долго катка идет. Я вот веду все по счету и думаю, играем. Блин, долговато, долговато. Быстрее бы она закончилась лучше. Ну а тут 10 минут, да? Опачки. Да блин, я думал, сейчас в тебе буду, фантом. Ну что, ну что, ну что вы можете сказать? Вот после таких моментов, что вы можете сказать в свое оправдание? Могу лишь сказать, что ты потратил минку. Мог умереть сюда, я был ваншотным, по-моему. У меня автоматом она сработала. У меня это уже, как говорится, привычка. А, ну да, хардовик. Это привычка. О, нормальная зикатка, как да говорится. Что ж такое, я должен был простреливать. КД меня настигло, но это ничего страшного. Ой, вот и, ну вот да, и 25-очка почувствовалась. А ваншота бы не было, да? Не было же ваншота, если была бы 35-ка. Мне кажется, я хз. Мне кажется, не было бы. А так что-то как-то ваншотнул и... Есть, 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 где. У меня КД, а у тебя есть шанс, большой шанс просто изи-катка увозить. Не будет. Только давай не без прострелов вот этих через центр. Я поеду флаг немножечко увезу. Нет, стопэ, 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 стопэ. Чего? Не-не-не, погоди, погоди, Ярик. Чё, кого, да? Так у меня сейчас фулка будет, и это, лучше быстрее ко мне едь. А все уже, ты опоздал. Хана кому-то. Давай, давай, ну стреляй. Красава. Это стрельнуто, но прикол-то в том, что у тебя сейчас... А, у тебя не КД? Я дропы его подбирал. У меня все по красоте в этом плане. Я все просчитал. Рельса неплохая такая была. Да, так уже не прострелишь, конечно. Так, ну чё, кулдаун у тебя скоро. А это значит что? А это значит, что тебе пора рисковать. Пора рисковать. Блин, ну я как-то как лошок сыграл, если честно. Как-то вообще не по красоте. Выдержал, давай, 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 давай! Овер, 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 овер!
Ну, где овер? Жесть, 1%, да. 99 да, тоже? Ну нафиг. Да у меня тоже такая фигня была. Офигеть, у меня аптечка появилась, я не успел аптеку завязать. Да, у меня тоже такое было. Бывает. Ну сейчас собьешь. Не сбил, не попал. Повезло. Ну ладно, это вот доставка. Это как говорится. Ну нет, у меня нара есть. К счастью. А нет, доставка все-таки. Нифига себе! Ну ладно, это было по красоте. Не, риса была четкая. Спору нет. О, еще и на минке подорвался. Ну, это бывает случайность. Нормально. Так, ну сейчас тебе будет хорошо, потому что у тебя есть аптека. А у тебя еще. Блин, да, вообще хотел... по красоте хотел ну, поступить. Ладно. Вообще, да. Так как хотел, так и сделал. Ну, давай. Оу, просто комбо! Просто комбо! Это называется комбо. Просто, вот сейчас было просто, сработало. Ну красиво, согласись, красиво. Это было четко. Только не говори мне, что... Вот видишь, читы, да, читы, читы. Где видишь, читов ты видел? Четко сбитая рельса, вот. Так я в том плане, что ты меня сбил, я тебе про это и говорю. А, не, я же пошутил, ты не волнуйся. То, что я там сказал про читы, это же ты знал. Да я не переживаю. Это хардовиков такие шутки бывают. Просто. Не, ну нормально, добро, неплохо. Как говорится, Legacy на чемпионе все же круче выглядит. Не, ну не выглядит, но по скиллу. Ну не, вот именно по красоте реально. По скиллу посильнее буду. Чемпион. Блин, мина, нет, стопэ. Оу май, я еще не попал. Но это не ваншот. Ну конечно, у тебя-то ваншота точно не может быть. Но у тебя... Вот у меня. Ай, ладно, до свидания, удачи в следующем, молодой человек. Нет. А еще не ваншот? У тебя аптека, да, что ли, конечно, была? Как вы хотели. Вы хотели, чтобы у меня ничего не было? Нет, у меня все есть, еще и риса. Ну вот такая вот каточка у нас получилась. Если она вам, ребятки, понравилась, то обязательно поддержите данный ролик своим царским пальцем вверх. Оформите подписочку на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, не забывайте подписываться на группу ВК, подписываться на, конечно же, канал Царя. Ссылочка на его канал будет в описании. Ну, я немножко заговариваюсь, бывает такое. Так что как-то так, ребят, такой вот ролик получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока!